Так, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, чудесный, дождливый день. Но рынок, видимо, все-таки есть. Если он есть, значит, пойдем по рынку и проверим, что там да и как. Вот. Посмотрим цены, посмотрим, что изменилось. Субботний я пропустил. А вторничный, это, по-моему, получается первый рынок после праздников. Может быть, не первый. Ну, не хочу, короче, заморачиваться. Значит, проверим, какие у нас гирляндочки. Класс, класс. Пойдемте. Айда с нами. Начались у нас суровые турецкие будни. Только что был дождик. И уже опять практически солнышко вышло. Красота. Так, рынок сегодня сжатый, сокращенный, то есть вещевиков мало, всех этих товарищей мало. Посмотрим сейчас, что там есть, почем, и вам покажем. Так, пройдем, посмотрим по вещичкам. Вот, развальчики такие нормальные, нарядные. Вот, все по 200, по 150. Спортивочки всякие. Шортики на лето. Сейчас самое, кстати, время. Шорты, перешорты по 100 лир. Летом эти шорты будут по 400, по 350. По 150 ТЛ маечки, футболочки. Вот, здесь можно покопаться. Есть разные прикольные варианты. Вот, всякие нестандартные решения. И классные недорогие вариантики. Вот, Emporio Armani. Вот такую мы футболку видели за сумасшедшие деньги. Ее прикол в том, что... Иди покажу. Ее прикол в том, что она меняет свой цвет. Класс. Каждая буква, то есть она теоретически нагревается на солнце и меняет свой цвет. Вот такие вот загадки. Но мы это знаем. Правда. Все. Короче, вот такие вот развальчики. Можно копаться по 150 ТЛ, можно себе понабирать приятных вещей. Приятных вещей. Кофточка нормальная, кстати. Апсче. Сейчас посмотрим. Так, это у нас кто? Это у нас типа Томика. Типа Томика. 2Х. Вязаная. Кстати, неплохая. Так, здесь по 100 лир футболочки разные, всякие. Hugo Boss, как бы, ну, сомнительное качество, как бы, но есть все. То есть, если не принципиально, можно по 100 лир трикотаж повыбирать себе на свой вкус и цвет. Вот, а здесь толстовки, вот толстовки вот по 150 ТЛ, это прям хорошо. Вот. Толстовки с капюшоном, худики. Ага. Вот это вот нормальные вещи. Андрюхе можно будет еще зацепить какую-нибудь такую интересную, тепленькую, да? Так, тачанки. Тачанки рыночные, на мягком ходу. Кстати, нормальные, но мы покупали, значит, вот эта перемычка частенько ломается. 320 лир получается сейчас тачки эти стоят. У нас такого плана была, вот квакнула вот эта перемычка посередине. Колесики нормальные, мягкие, не грохочет, все хорошо. Здесь всякая кухонная утварь, толкушки для картошки, то есть там ножнички, ореходавки, короче, всякая чухня, чесночницы, вон чеснок давить. Вот, все. Здесь по мелочам все есть. Здесь можно найти черта на колесиках. Так, далее. Носки 5 лира за штуку. Мы такие носки покупали в свое время по 1,5 лиры, по лире за штуку. То есть их надо очень внимательно просматривать. Они здесь разные, то есть валялись, завалялись. Вот, дырки, не дырки, то есть надо просматривать. Вот, в принципе, ценник нормальный, можно здесь повыбирать, когда качество соответствует цене. Вот, супер здесь ничего не будет, но понаходить можно, как бы гоняли мы эти носки нормально. Закатываются, кашлатятся, ну как бы... Такое. Так, тут что? Штанишки по 8 евросов, да? По 8 евросов штанишки теплые.
Ага, и верх такой, да? Тут типа можно собрать костюмчик, получается. Вот, типа кофтейка сверху, снизу можно штаны подобрать. Ну, кстати, по 200, за 500 турецких лир, получается, можно собрать себе полностью зимний костюм. То есть теплые штаны взять и такую вот кофтейку взять. И вот тебе готовый костюмчик. Давайте пробежимся слегка по ценам на овощи. На овощи, значит, что вижу? Клубника 80, хурма по 50, по 60 готовая. Так, это королек по 50, а хурма по 60. Груша. Запахи такие сумасшедшие. Так, груша 50, гранат 30, мелковатый. Идем дальше. Так, киви, местный вариант 60, виноград, кишмиш по 100. Так, есть. Мандаринки. Эти мандаринки я уже говорил. То есть эти мандаринки уже пошли, которые запахом клопов. По 20 лир. Сацума вот желтенькая, а вот эти оранжевые уже с косточкой и пахнут уже немножко ну, на любителя. Так, далее. Огурчик 25. Этот огурчик вкусный. Повторюсь, что вот эти гладенькие, маленькие, нормальные. Пупырку огурцы у них жестковаты, то есть суховаты. Авокадо 25 за штуку. Большие, но... Так, помидорки 15, органик пишет. Значит, капуста по 15. Порей 20, баклажаны 15 лир, огурцы это парниковые по пятнашке длинные, вот, ну, которые всем привыкли. Значит, черри интересные, я спрашивал в прошлый раз, они космических денег стоят, как бы вообще нереально. 30, 35 обычные черри. Так, лимон 10, ну хорошо. Так, бананы, ну очень маленькие бананы. Бананчики, бананюрики, вообще не знаю, почем там, по 10 лир, ну хорошо. Так, лук мелкий, пятнашка, крупнее 20-ник, чесночок не знаю, не скажу, картошка 20, ой. Так, сацума, мандарин 15, перец капи, уставший слегка, по 30-ничку, так, хурма красивая, 40, дыня непонятная 30, клубника по 30, ой, кумкуат 50, да, кумкуат 50, мандарин шикарный, уставший тоже немножко, да, уже по 15 получается, апельсин 15, ананас зеленый, повторюсь еще, то есть ананасы невкусные, пусть берут. Суть в том, что ананас должен двигаться, когда хвостик от плода должен двигаться. Если хвостик от плода не двигается, он зеленый и кислый. Если он зеленый и кислый, вы себе подсечете язык и испытаете массу негатива. Ну, девочкам полезнее, да? Пускай берут. Ой. Так, далее. Свекла 30, морковка 20, капуста большая, белокочанка 20 теле. Тоже своеобразная капуста, она более грубая, чем наша. Наша такая, ну, короче, сами листочки понежнее, что ли. Вот, так, вот эти огурцы, не ведитесь, они грубоватые. Кабачок 25, капи красивый 40. Обычный перчик, не помню, я думаю, в таких же пределах. Все, свекла по 20, кальраби за штуку 10, за маленький вилочек. Так. Так, яйцо домашнее, яйцо обыкновенное, маслины, оливки и все такое. Значит, смотрим. Смотрим. Так, масло, да, есть, оливки, да, есть. Значит, лаваши тоже вкусные. Эти лаваши брали, их надо немножечко прожаривать. Пожаривать. Паста это паприка? Перец? Все есть. Юмурта, понял, 100 лир за клетку яиц. Вот, домашняя получается за десяток 45. Так, лаваш этот мы брали, нормально все. Значит, что по оливкам, по маслинам получается? То есть вяленые 200, 200, 200, 200. Вижу 200. Так, вот эти 230.
Да, понятно. 220 где-то так получается. Так, с этим ясно. Халва тахиновая и сладости. Ну вот примерно цены такого плана. Пройдемся по ряду, который не центральный, а боковой. Здесь стоят больше частников. Так, 25 белокочанка. Вот этот. Какой рынок, если он не будет заложен? Так, 25 брокколи, 20 белокочанная, 20 поменьше брокколи. То есть все от размера и за штуку получается так. Так, тут сыры всякие. Типа сулугуньки, это даже не знаю, что это. Так, каймак 220 сейчас стоит за килограмм. Так, это бастурма, вяленые томаты, яйцо, маслины, оливки. Так. Так, идем дальше. Значит, кумкватик, 50 лир турецких за килограмм. Полезная очень штука, то есть это китайский мандарин, очень-очень рекомендуют, 1-2 штучки в день съедать. То есть если есть возможность, выбирайте максимально оранжевый, потому что он уже будет более спелый. Остальные все кислючие. Прям с кожуркой можно съедать, не более 2 штук в день, по желудку долетает. Но так все, в принципе, хорошо. Так, папайка местная 50 за кило, клубничка по 80 симпатичная, чеснок 100 лир за вязанку или за что? Не знаю, наверное. Арбузы, дыни, редиска, все остальное понятно. Качпара. Так, здесь уже начинается такая движуха местная. Значит, баклажаны, да. Вот как бы... Так, это хлеб, мы покупали его, ржаной, дрожжевой, бездрожжевой. То есть хлеб разный, хлеб вкусный, невкусный. То есть, ну, скажем так, он стоит очень больших денег. И по большому счету, как бы, неоправданно дорого, на самом деле. Вот. Так, финики понятно, цукаты понятно, помидоры красивые, 25 за килограмм. Шикарные, красивые помидорки, такие можно было бы взять спокойненько. Ну вот, если нужно. Капи 40, баклажаны 20, повторяюсь, помидоры 25. Ну, то есть, если взял бы такие, вот точно взял бы. Так, яблоки по 30, семереночка Red Chief Golden 30, груша 30, похуже чуть-чуть непонятно, 25, 20 местные. Специи понятно. Так, далее. А далее практически и все. То есть, ну, как бы рынок, значит, на рынке как бы есть все. Что нужно, давайте оценивать. Я даже не знаю, что это. Странный какой-то фрукт непонятный. Так, качпара. Грибы 60 за килограмм. Это рыжики. Нет, это рыжики. Я уже сказал, что лисички меня там зачмырили. Фу, не знаешь, грибы как называются? Да, конечно, не знаю. В принципе... Никогда не собирали, не грибник я. Так, хурма. Вот, 40 за килограмм хурма. Наверное, возьмем. Или покрасивее что-то поищем. Да. Вначале самым были красивые. Были красивые? Хорошо. Сбоку, короче, такой красивый большой магазин открылся. Всяких люстр, подвесок, светильников. Вот. Торшеры, лампы прикроватные, то есть лампы декоративные, ну такого плана. То есть симпатично, можно кое-что выбрать, скажем так. Ну я вижу для себя, здесь есть люстры, которые мы себе вешали, тоже есть такого плана. Современненько, симпатичненько, на разный вкус и цвет. Заходите, просматривайте. Вот такая обстановка на рынке. Людей предостаточно, даже несмотря на то, что погода дождливая. Значит, так мне нравятся вот эти помидоры, конечно. Вот, очень интересно, очень красиво. Я таких, в принципе, не видел. Вот, они смотрятся, конечно, просто изумительно. Такое. Ну, это такое. Любителя, в общем. Ну, да.
Да. Так, тут же цветы. Ну вот, как бы подсолнух есть, розы, фрезии нету, фрезии. Есть гипсофилы. Гипсофилы, ты откуда такие цветы вообще знаешь? Гипсофилы, мне он похож на какого-то маньяка вообще, гипсофил. Гипсофил. Гранат, гранат белый, гранат красный. Мераба. Так, нар, отус. Отус. Сексен. Понятно. Так, маленький 30, 60, средний 80, большой. Портокал, ирми. 20, 40, 50 получается. Так, значит, берем стаканчик такой. Портокал и нар. Так, значит, супер, короче. Попил сачку. Здоровье прибавилось. Надвигается очередная волна ливня. Мы сейчас быстренько, значит, прикупим там, что мы хотим. Особо ничего не надо. Купим хурмы какой-нибудь вкусненькой и будем выдвигаться. Зелень получается ориентировочно где-то по 10 турецких лир за большие такие нормальные довольно-таки увесистые пучки. Да. Так, хурма. Это такая как бы мягенькая. Мягкая. Ави, пардон. Был в армии? Ну, дортане. Короче, какая-то такая история, что это тоже клубника, короче, да, какая-то? Да, я его прям держала минут 10, он вырывал. Вообще нету какого вкуса, какая-то размазня, помадка. Переспевшее яблоко, короче, какая-то хренитня. Так, сейчас еще посмотрим экзотику разную, что тут есть у них. Так, значит, яблоко, это похоже на привозное. 50, 35 golden мелкий, сюмереночка кило 50, это 100% привозное яблоко. Слива 60. Так, это же повторяюсь. Виноград по 60, типа кардинала получается. Хурма 35, 25, перележи. Бывает разное. Так, мандарины понятно. Помидоры понятно. Идемте еще по сухофруктам пройдемся. А, вот мы здесь глянем. Значит, красивый, крутой финик. 350. Финик по-турецки будет хурма. Не путайте. Нормально. Так, значит, фисташка 500, это арахис в сладком сиропе с кунжутом. Так, этот фисташка 500, чищенный грецкий 400 вижу, кешью 400, простой арахис соленый 150, нут 150, простой арахис не соленый тоже 150, дальше всякие конфеты там 200. Так, курага 200, похоже на домашние. Вот финики, конечно, крутые. Такой небольшой обзор рыночка, то есть не умею так подробно, как Лена, конечно. Вот, у меня все получается скомканно, как бы, ну, знаете, как по-мужски. Конкретно, то есть. Я вообще люблю ходить по магазинам, по рынкам со списком конкретным. То есть пошел, вот, не уклоняясь от маршрута, выбрал все, что тебе нужно, по списку согласно, вот, а не щелкая там лицом по сторонам, и ушел домой. Все, конкретно. Пришел, купил, ушел. Вот это нормально. Погода, конечно, песня. Вот, то есть дождь то есть, то его нету. Ну, тепло на улице, градусов, наверное, где-то под 18. То есть не проблематично. Вот. Сейчас купим каких-нибудь еще кулинарных изысков в виде хлеба и печенюшек. Забуримся домой и будем в органе себе что-нибудь покушать. Нет слова покушать, поесть. Хорошо. Я вас услышал. Ну вот как-то так, ребят. Все, пока, всем до встречи. Это мы.